здесь прожил 2 года. Мама отсюда, папа из Орла. Потом папа перевез семью в Орел. И до сегодняшнего момента вроде как будто орловчане считаемся. А здесь жили, да. Спасибо. Как игра? Игра, сложно ее оценить, потому что очень холодно было. На мой взгляд, первый тайм мы играли достаточно неплохо. Второй тайм, по всей видимости, нужно было все-таки замены какие-то сделать, но игроки, которые должны были выйти, они были очень сильно замерзшие, поэтому я не решался. Ну, наверное, закономерная ничья. Мотивация у Оренбурга была очень высокая. И за счет этого, наверное, они отыгрались.